Девчонки, мальчишки, всем большой привет! И сегодня такое будет у меня спонтанное видео. Сейчас, видите, уже за окошком ночь. Вот. Но я не могла вам не снять, потому что я сегодня была... О, зашла, короче говоря, в магазин, в Литуаль зашла конкурентом. Ну, вот так вот получилось. Зашла, причем аж в два Литуаль. Вот так случилось. Ездила по делам. И надо было там ждать какое-то время людей, и я пока ждала, ну, не было рядом родного магазина, родной марки, пришлось зайти у конкурирующую фирму. Ну и так, в общем, зашла, и знаете, так я там 100 лет не была, и, ну, парфюмерию сейчас покупаю или в интернете, или в своем магазине. Вот, поэтому, а тут зашла и думаю, ну ладно, уж раз так пришлось. Есть же марки, которые есть у них, но нету у нас, например, да, в нашей сети. Вот, и я прям с удовольствием так думаю, раз пользуюсь случаем, послушала, послушала. И что хочу вам рассказать. Слушайте, ладно, поехали. Значит, прям вот у меня тут куча блотеров, не знаю, штук, наверное, 10, может, и больше. Попробуем по-быстренькому пробежаться по ним. Так, ушла с блоттерами и с одной покупкой. Вот. Но что купила, в этом видео не покажу. Пусть это будет сюрприз, такая интрига. Покажу в другом видео. Итак, первый, вот прям взяла сейчас на шара. Первый, совершенно вот этот блоттер, свою бумажку. И я послушала «Атлан Ван Экла до Флёр». «Экла до Флёр». Сейчас мы с вами послушаем. Значит, сейчас у меня 11 час ночи, да, вот уже вечера, ночи. А это дело было у нас в районе 2 часов, полвторого, от часа до половины второго, вот так вот это было. Ну вот, в общем, прикиньте, да, время прошло много. Итак, аромат на блоттере есть, Ланван и Кладу Флёр. Ну, знаете, ничего. Ничего, в целом спокойненько. Я помню, что в магазине, когда я вот к Ланван подошла, некоторые там я ароматы послушала, аромата 3, наверное, мне кажется, сейчас вот 2 или 3 точно у меня есть, это первый. Мне кажется, у меня их еще парочку здесь от Ланван. Ну, неплохой. Вот меня вообще в последнее время тянет на легкие ароматы. Знаете, хотя у меня последняя покупка, вот я вам распаковку показывала, она была такая достаточно густая, и ароматы такие серьезные у меня были. Но знаете, на самом деле, я вот когда пока сейчас их ходила, расслушивала все эти дни для вас, чтобы сделать видео, я что-то то ли подустала, то ли я не до всего дозрела, но это я расскажу потом вам. Но мне вот, честно, потянуло на свежачки, именно типа Ланван. Вот. И, кстати говоря, большую сотку Ланван я заказала, вот это свое зеленое яблочко, еще кое-что легенькое, я заказала себе, жду еще одну посылку. Вот. Поэтому что-то к Ланван я прям с дорогой душой подошла к этой марке. И в целом вот это Экла до Флёр неплохо, неплохо, вот прям неплохо. Вот такой легенький, цветочный, ненавязчивый, ни к чему не обязывающий ароматик. Вот, на лето вообще хорошо, но я говорю, мне вот сейчас 8, прям вот, знаете, что-то прям в самый раз пошло. Дальше, берем дальше. О, Труссар ди Донна. Труссар ди Донна в туалетной воде. Вот, я вам покажу, у меня тут даже все подписано. Если вы разберете мои каракульки, Труссар ди Донна, здесь написано «Eau de toilette». Вот, а в парфюмированный, тестер парфюмированной воды был пустой, поэтому я не могла его послушать, но я с удовольствием себе нанесла вот эту туалеточку, слушайте, и я сразу вспомнила Леночку Громову. Если, Лен, ты меня слышишь, или вдруг Таня меня слышит, ее сестра, то, девчонки, вам обеим большой привет. Вот я просто, я знаю, что Лена Громова очень любит этот аромат, Труссар ди Донна, она несколько раз в разных видео рассказывала о том, что это ее аромат, вот как бы это ее я. Поэтому, вот, Лен, я сразу вспомнила про тебя, и я хочу сказать, что я совершенно согласна, девчонки, вот у меня этот Труссар ди Донна, может быть, даже в туалетной воде, вот, в которой у меня сейчас здесь на блоттере, она у меня так, знаете, в голове автоматически в раздел хотелок вот так вот упала сегодня. Мне очень-очень понравилось. Что-то как-то раньше я, может быть, тоже, знаете, вот бывает, не вошел аромат сразу. Ну, я как-то спокойно. Вот я помню, меня даже больше, чем Донна, My Name зацепил. Вот помните, да, вот я даже как-то рассказывала в видео парочку лет назад или года полтора, ну, в общем, давно достаточно, что My Name меня зацепил тогда, но смутил своей однотонностью. Я побоялась его приобретать, потому что побоялась, что будет однотонно звучать, а мне это надоест. А вот Донна у меня упала прям в хотелке. Так что все, вот так вот. Донна будет следующая покупка. Когда денег накоплю? Сейчас заняла.
Денег нет, а я покупаю, занимаю, короче говоря, живу, не знаю, в кредит. Следующий аромат. О, снова ланван у нас вышел. И это, знаете, какой аромат? Я это, честно, не сильно помню. Modern Princess Blooming. Наверное, вот так. Modern Princess Blooming. Значит, помните, у меня был аромат, я привозила из Парижа, из города Парижа, я привозила Маше своей дочке аромат такой большой, в красивой красной коробке. Вот этот вот Modern Princess. А это Blooming. Blooming. Это версия, которую я не слышала, честно говоря, до сегодняшнего дня. И хочу вам сказать, что она меня вообще не впечатлила никак. Аромат тоже на блотере есть, сохранился, не исчез. Слабенько, но пахнет. Но, знаете, тут вот именно какие-то такие для меня немножко посторонние уже вкрапления, которые упрощают, на мой взгляд, этот аромат. Вот. Поэтому просто Modern Princess, вот оригинальная, как говорится, мне, по моей памяти, нравится больше. А вот это как-то я, знаете, мне не захотелось купить. Точно такой же флакон, как у Modern Princess, вот у этого Блуминга. Ну, может быть, чуть цветом отличается, по форме точно такой же. Какие-то цветочки, что-то, знаете, из серии прям. Но он и стоит, я хочу сказать, в Литуале, вот смотрю, 30 миллилитров 1525 рублей. То есть в целом по полторашку за 30 миллилитров, ну, можно приобрести, но только не мне. Мне вообще не впечатлил ни грамма. Дальше. Следующий у меня пошел Balenciaga. Вот Balenciaga и аромат с этим же названием Balenciaga. В парфюмированной воде и тоже записала цену. Вот 30 миллилитров в Литуаль сегодня стоило 3524 рубля. Вот 3000, не знаю, видно вам, нет. 3524 рубля. Итак, Балансиага. Ну, с блотера слышно еще. То есть в целом стойкость неплохая. Знаете, и аромат неплохой. Вот не могу сказать, что я прям как-то в него влюбилась. Все же Флор Ботаника мне нравится больше у Балансиаги. Ну, неплохо. Вот ничего не могу сказать плохого, вообще ни слова не скажу. Аромат мне понравился. Я помню, что он мне в целом еще в магазине так подцепил. Но, кстати, все равно не настолько сильно, например, как Донна от Руссарди. Вы понимаете? Вот Донна, в ней что-то вот какая-то такая мягкость, женственность. Какие-то такие нотки, которые прям вот до глубины души цепляют, понимаете? Вот так вот. А вот в Балансиаге я просто чувствую, что неплохой аромат, чувствую там свежесть. Чувствую какую-то вот, знаете, какое-то лицо вот есть у аромата. Мне это уже нравится. Вот неплохо, неплохо, но чуть-чуть не дотягивает до того, чтобы упасть в хотелки, пока не упал. Вот, хотя понравился. Следующий у меня будет от фирмы Дюпон. В туалетной воде, и, по-моему, называется аромат Limited Edition. Limited Edition. Знаете, когда вот этот Дюпон нанесла. У меня, кстати, есть аромат от Дюпон, который я вам ни разу не показывала. Более того, ребят, он у меня закрытый. То есть я его купила год назад в Болгарии, когда вот, да, мы, слава богу, тогда еще имели возможность счастливо ездить на отдых за границу. Я его купила в Болгарии и так вам и не показала. Представляете, он у меня, а я его просто не открыла, и все, он стоит запечатанный. Но не этот аромат, у меня там другой аромат. Я тоже как-нибудь вам его покажу. А этот Limited Edition я первый раз слушала. Знаете, в магазине он вообще меня не впечатлил, и что-то я его даже не почувствовала. То есть вот как-то вот он, думаю, еще какой-то проходной такой вариантец. А вот сейчас слышу, с блотера он пахнет так, едва-едва уловим, но пахнет. Но, знаете, все равно не впечатлил. Вот не впечатлил. Какой-то такой вот, знаете, такой конфетно-цветочно-свеженький ароматик. Ну и пока все, что я могу о нем сказать. Может быть, в соприкосновении с кожей он будет как-то интереснее, вот как-то зазвучит. А вот так вот просто, например, с блотера вообще я осталась без впечатлений. Но меня впечатлил. Сейчас я посмотрю, что это у меня. Да, значит, вот это сейчас аромат от Герлен. Кстати говоря, в нашем магазине есть Герлен, но почему-то, к сожалению, нету ароматов, которые я нашла в Летуаль. Вот это первый аромат, которого нету у меня в магазине. Это Герлен, и аромат называется Orange Soleil, оранжевое солнце. Слушайте, у нас есть, он относится к линейке ароматических садов, вот этих вот, да, которые 75 миллилитров, такие красивые, большие флаконы.
У нас сейчас в Ревгоше мандарин и базилик идет по скидке 3500, 3499 рублей. Вот. Мне очень хочется, ну, и у меня просто денег нет, правда, сейчас. Мне очень хочется его купить, но вот я всю дорогу, но я не могу все купить, что мне хочется. Поэтому я просто, как говорится, роняю слюни с соплями вместе и наношу всем, и, в общем, да, ну, вот так вот. Ну, не могу пока купить. Вот, а тут я потестила вот этот Orange Soleil. Мне было очень интересно, потому что название такое, вот прям вот, понимаете, оранжевое солнце, это же для меня просто вот, вот. И думаю, что ж такое там Герлен сотворила с этим оранжевым солнцем? Знаете, ну, тут сейчас будет второй аромат от Герлен из этой же коллекции ароматических садов, который мне, по-моему, понравился больше. В этом оранжевом солнце оно неплохое, оно в целом входит в мою такую вот линеечку того, что я люблю. Здесь много цитруса, но вы знаете, здесь какая-то есть кислинка, которая мне мало испортит впечатление. И вот купить его как-то у меня не поднимается рука. Вот, допустим, если бы у меня сейчас были деньги, да, вот так вот свободные, я бы, наверное, не купила бы его. Я бы еще бы долго думала. Вот есть в нем что-то, я даже расстроена, потому что мне вот, когда я слышу оранжевое солнце, для меня это должно быть прям, знаете, вот прям вот так, чтобы вот лиман прямо... Прямо вся осчастливилась от этого аромата и захотела его купить, потому что оранжевое солнце – это прям вот то, что символизирует вот, вот все для меня. Понимаете, жизнь, оранжевое солнце, тепло, жизнь, счастье, я не знаю, все абсолютно. А у меня что-то, я думаю, аромат, я прям к нему подлетела и отлетела. Как-то нет. Больше вот чуть-чуть больше нет, чем да. Поэтому немножко я что-то расстроилась. Следующий, вот следующий аромат от Герлен, который называется Ginger Picant. Пикантный, остренький имбирь, да, по-французски острый имбирь. Слушайте, и вот этот Ginger Picant, он меня больше вдохновил, и мне он понравился больше. И вот я бы его бы приобрела. Вот. Ой, девчонки, мальчишки, он такой классный. Вот вместе с мандарином и базиликом, я вот думаю, что мне еще нравится у Герлен вот из этой линейки ароматических садов. Ой, ну, не буду сейчас на них отвлекаться, мне там в целом, ну, много чего нравится. Не все предупрежу, но есть ароматы, штуки, наверное, 4, которые мне бы хотелось иметь в своей коллекции, вот от Герлена, от ароматических садов. Слушайте, ну вот этот Ginger Picant, он вообще мне прям вот поднял настроение. Он такой, знаете, и сначала он показался мне таким, вот первое впечатление очень понравилось, я прям вдохнула. И все, и умерла от восторга. Второе впечатление. Я разнюхала его, и он мне показался, он, вы знаете, первые нотки слетели, и он такую остринку прям имбирную дал, такую серьезную. Я напряглась, думаю, о, не будет ли это чересчур? А вот сейчас, ну и попозже я еще потом послушала, и сейчас, слушайте, это такая красота. Вот это мое, вот это я бы с удовольствием приобрела и носила. Здесь вот все, что мне нравится, остринка и, знаете, свежесть, но не такая свежесть, которая прям вот такая уж совсем свежая свежесть, да? Или вот такая, как, например, здесь свежинка с кислятиной, которая меня расстраивает. Не подходит к оранжевому солнцу, кислятина совсем не подходит. А вот тут вот именно вот эта такая перчиночка, она прям вот какая-то бальзамическая такая нотка. Она делает этот аромат, поэтому прям супер, вообще пятерку ставлю, и в хотелочке он у меня пошел. Следующий аромат. Дальше у меня пошел, что это у меня? А, Эдо-Живанши. О, да, Эдо-Живанши в туалетной воде. Там стоило 100 миллилитров 4799 рублей. Я не везде писала цены, где писала, я вам говорю, где не писала, не говорю. Итак, сотка, ну, 4800. Эдо-Живанши. А, нет, как-то розе. Эдо-Живанши розе. Вот так. Эдо-Живанши розе. Спокойно. Меня особенно Эдо-Живанши розе не впечатлил. Он едва-едва пахнет на блоттере. Есть ароматы, которые гораздо сильнее пахнут. Вот эта новинка от Живанши, судя по всему, пока пройдет мимо меня. Как-то вот не знаю. Вот никак.
О, Лалик Сатин. Ой, слушайте, вот это то, что мне понравилось. Это то, что вместе с Донной просто у меня сегодня, знаете, я стояла и прям вот меня всю переворачивала. Я не знала, что взять. У меня денег было только на один аромат. На один аромат. Говорю шепотом, потому что я их взяла взаймы. У мужа. Поэтому говорю шепотом. Вот. Итак, это был лаликсатин, один из тех ароматов, о которых я думала, думаю, что купить, что купить. Вот, и я его нанесла вот на эту руку, слушайте, и он так пах, я давно вот смотрела, вот лаликсатин я знала давно. Слушайте, ну потом как-то я вот что-то подзабыла, пришли другие ароматы, я пришла в Ревгош, там нет у нас лалик, и я как-то, слушайте, а сегодня я потонула в океане восторга, когда нанесла на себя лаликсатин. Цену не написала? Нет. Ну и ладно. Слушайте, это такая вот красивая какая-то восточная гурманика, не переслащенная, знаете, не переперченная, а вот так все красиво, тонко, восточно, деликатно, что просто я, знаете. В общем, сатин упал у меня туда же, куда и Донна. Значит, это третий аромат Донна, да, Труссарди. Потом Герлен, пикантный имбирь. И вот этот сатин от Лалик. Просто-просто супер. Все. Три хотелки. Дальше. Так, дальше у меня я нашла вот у себя вот такую вот тоже опять от Ланван Румер Дорос. Помните, был аромат давным-давно, не помню, как давно вышел, но я его у себя имела, купила его себе давным-давно, в 2000 каком-то третьем, что ли, году, мне кажется, он у меня был, вот где-то в начале 2000-х. В общем, сейчас 30 миллилитров стоит 1373 рубля в Литуаль. Итак, Румер Дорос, слушайте, ну это аромат, можно сказать, моей прям юности, ну как юности, ну в 2000, там, второй, третий, 2001, второй, третий год, вот в эти года у меня, помню, был этот Румер до Рос, у меня сейчас потянулась рука его купить первым делом в Литуаль, ну думаю, по 1300, да, по 1400, что не взять, как-то память, знаете, нахлынула, но я себя остановила, потому что аромат на самом деле, ну если бы вот из серии «Кто подарил», я бы не отказалась, я была бы рада, благодарна, вообще безумно, я всегда радуюсь, когда мне что-то дарят, всегда, когда мне дарят вот фигульку какую-то, у меня столько радости, знаете, я не знаю почему, вот мне приятно, что мне делают приятное, мне как-то вот, когда я делаю, это я считаю нормальным, а когда мне делают, мне все время это вызывает дикий восторг, вы знаете, даже когда какая-то фигулька, ну не знаю почему, так вот я как-то так устроено. Поэтому Румер Дорос, думаю, денег немного, поэтому я покупать себе не буду, но вспомнить было приятно. Как-нибудь разживусь деньжонками, куплю и потом вам расскажу все свои воспоминания, вот что у меня как было с этим ароматом, ну и т.д. и т.п. Дальше. Дальше Донна Карен, Дикенни Уай, я вот никак не могу. Ну, в общем, вы поняли. Мне проще сказать Донна Карен, хотя в целом это как бы один бренд, но немножко разные направления. Ладно, DKNY. Вот так, DKNY. И аромат называется «Сама». Я могла не полностью написать, это я же для себя писала. Я написала кратко, наверное. «Сама сквеза». Что-то такое «Сама сквеза». Не знаю что, ребят, вы поймете, наверное. Но если захотите понять, откройте фрагу и прочитайте, о чем я говорю. Итак. Слушайте, это такое яблочко зеленое, но сверху то ли летний дождь, я не знаю, как он переводится, и на нем как будто на крышечке капельки такие прозрачные. Слушайте, меня приколола крышка, и мне очень понравился сам аромат. В целом он очень похож на прародительницу, да, вот на это зеленое яблочко от Донны Карен, но поскольку я уже себе заказала сотку, да, и жду ее послезавтра, то я, конечно. Ну, как бы, знаете, вот в целом, ну, я не знаю, будет это в хотелках или нет, я еще не решила. Но аромат меня порадовал и мне понравился. Несмотря на то, что он, да, он в целом не прям сильно оригинальный, но все-таки чем-то отличается. Но мне понравился. Итак, следующий аромат. О, это Лалик. Это снова Лалик Перлы. Вообще, у меня сегодня рулит марка Лалик. Это Лалик Перлы. Это еще один аромат, над которым я сегодня, знаете, как это в простонародье говорят, стояла и чесала репу. Что взять? Что взять?
Вот. И перлы. Я очень давно хотела иметь перлы. Очень давно. И тут недавно смотрела Кирюху Квасина, который тоже рассказывал про, по-моему, про осенние ароматы, и у него были перлы. И я сидела и думала, Господи Боже, когда же праздник придет на мою улицу, и я куплю себе перлы. Ну, потому что мне никто не покупает, вот вы будете смеяться. Близкие мне вообще не дарят духов. Вот не дарят. Они считают, что о чем мне их дарить, я сама себе их покупаю. Муж не дарит, дочь не дарит, ну, в общем, никто не дарит. А теперь, когда они раньше-то не дарили, а теперь, когда работают в магазине, они вообще не считают нужным этого делать. Поэтому, знаете, вот некому дарить мне ароматы. Некому. Нет, я не жалуюсь, я просто вам говорю, что мне не на кого рассчитывать. Вот реально. Только на себя. А мне так хочется, чтобы мне кто-то подарил аромат. Сейчас подумайте, что клянчу, я не знаю. Я просто говорю, что мне хочется, а вы там думайте сами. Клянчу, не клянчу. Я просто говорю свои желания, и все. Мне очень хочется, чтобы я не просто покупала сама, а чтобы мне кто-то подарил. Ладно, лалик перлы. Слушайте, ну, в общем, перлы упали туда же, куда и вот три предыдущих аромата. Туда же, куда и сатин, туда же упали и перлы. Однозначно они будут у меня. Причем они сейчас стоят, я помню эту цену, 50 миллилитров в Литуаль, 2 800, что-то 50 что ли, 2 850, по-моему, за 50 миллилитров. Не сильно дорого, скажете вы, я согласна, но я приобрела другой аромат. Поэтому перлы немножечко у меня пока в хотелках. Все, последний аромат на сегодня, по-моему, последний. Это от Лалик, снова солей, солей, солнце от Лалик. Слушайте, меня покорил этот потрясный флакон. У него очень красивый флакон у этого аромата. Не столько сам аромат меня покорил, хотя, знаете, он на сейчас очень хорош. Он, мне кажется, он прям вот именно солнце, да, солей, солнце. И в целом мне он очень идет, ну, потому что я солей. Лиман солей, это, да, вот так вот. Я от скромности не умру, я солей. Вот. Ну хорошо, район до солей. Лучик солнца. Но не прям уж солнце, но лучик солнца точно. Ой, и сразу вспомнилась песня из бременских музыкантов. Помните вот это? Ну, это, типа, ну сейчас не буду петь, потому что просто рядом в соседней комнате. Но сейчас, если услышишь, что я в пол-11 вечера еще пою, а сын уже спит, это будет как-то совсем странно. Знаете, как раньше соседи, он мне сейчас по батарее постучит, типа, алло, алло, мол, гараж, заканчивай свои рулады. Помните, там пел этот трубадур-то? Вот это луч солнца золотого, что там, тара-тара-там. И там что-то он там снова. В общем, песня про любовь. Песня Трубадура, как сейчас помню. Ой, ну, в общем, прям особой любви у меня с солнцем, с солей не случилось. Но в целом, девчонки, мальчишки, могу вам сказать, что я о нем хорошего мнения. Просто я чувствую, что он сейчас не совсем попал в мое настроение. Поэтому в хотелке он у меня тоже не попадает, но я его отметила. И он понравится тем, кто любит, знаете, ароматы типа La Vie est Belle. Типа, боже, боже, сейчас скажу вам. Сладковатые ароматы, ну как же мне сейчас в голову, боже мой, у нас эта марка есть в Рив Гоше, и типа, как же это, типа, Дольче Габбана The One. The One вот этой вот серии, понимаете, такой вот сладковатый аромат, но только не классика The One, а вот это вот продолжение. Продолжение такое немножечко с кофе, сладковатое. Помню, поняли, да? Блин, забыл название. Ну, ладно, бог с ним. Пол-11 вечера, уже можно все забыть. Вот, поэтому вот для любителей таких ароматов и вот этой вот сладковато-кофейной темы он сейчас очень хорошо вообще в осень зайдет. Плюс шикарный флакон. Поэтому я вот вам могу в осень прям рекомендовать. Слушайте, и последний аромат я не принесла сейчас. Не знаю, почему этот тестер. А, я вспомнила, он остался в кармане моей куртки. Я потестила еще два аромата от марки. Кстати, второй тоже не принесла, остались в куртке. От марки Burberry. И один аромат из этих двух я купила. Я тестила сегодня Weekend, я тестила сегодня Brit, и я тестила сегодня Woman. Ребят, вот мне будет интересно, один из трех я купила. Как вы думаете, что я купила? Один из трех. Ладно, напишите, что вы думаете, вот и почему вы думаете, что я купила
именно этот аромат из трех Бербери. Ладно, мне будет просто интересно ваше мнение и ваш ход мыслей. Почему вы так решили? Окей, Брит, Вумен и Уикенд. Окей? Так что все, девчонки, мальчишки, я всех вас безу-безу. Я хотела вам рассказать все эти свои впечатления от Литуаль. В целом, я сходила хорошо, я сходила классно, я получила огромное-огромное удовольствие. Я обтестила, ну, кучу-кучу вещей, обслушала, обнюхала. В общем, счастлива по самой не балуюсь. Я думаю, что вы это видите. Вот, все, девчонки, мальчишки, завтра мне на работу, пошла собираться. Безу-безу и пишите, буду ждать. Все, пока.